Ну что, вот получается, что вот здесь пришлось разорвать, когда с ним дверь, ну так получилось, вот это, после ДТП тут стекло было выбитое, ну и так, кто видео смотрел, тот увидел. Вот, соединяли, паяли тут и прочее. Сейчас продуваю, прочищаю, купили вот в аквариумистическом магазине вот такие вот переходники, и они, как видно, конусные. Но тут вот мои, так сказать, художества я пытался делал. Вот они, ошметки. Дважды, значит, два раза засовывал здесь термоусадку. Одну, потом еще одну шире. Вот самопальная. Буду вынимать это все и по новой делать. Здесь паяльничком вот так все паивалось, подпаивалось. Ну и, короче, нифига. Все равно капли выдавливает, держит. Вот мое мнение, это не очень ремонтопригодная гофра такая, но что делать, придется как-то вот опять капли выходят. Вот продувал. Ну ничего, пусть сливается. И потом, если пеном еще просушу и попробую сейчас, какой из них померю, как же будет подходить. Вот. Просто, как говорится, был резиновый шлангочек, вот этот бы переходник любой самодельный справа шикарно, а это вот она такой пластик какой-то упёр и не хочет он держать и зажиматься. Вот чуть-чуть придется вот пару виточков здесь и здесь обрезать, но тут длина в принципе позволяет очень даже, так что эксперименты продолжаются. Она приколюха называется. Уже 10-й час. И ни хера тут нет. Сколько ни ебись, получилось фигня. Видно? Вот, и как к нему сдыкайся, один хер, она бежит. Олег, ну вот я думал, что постоит день, вчера я на ничего не делал. Вот, все равно выдавливает, вот видно, влагу. Вот, да, чуть-чуть тут капельку, но выдавливает. Значит, вот они твои эти штучки. Сейчас я все это снимаю, разбираю, попробую. Получится, получится. Не получится, ну, не гневай. Как-нибудь будете сами тогда думать. Вот, вынул я этот, взял один переходничок, его защелкнул, он до сюда оделся, и он по вот этим гофрам вот так щелк-щелк-щелк одевается. Вот посмотрим, что нам это даст. Хотя вот здесь уже вижу, как белеет. Вот, то есть у меня такие подозрения, что это не приспособлено. Хрень, и не знаю, чем сделать. Ну ладно, посмотрим, что она скажет сейчас. Ну что же, слава богу. Вот, все сделано хорошо, я говорю, здесь чуть-чуть вот вроде как разошлось, не разошлось, но все, ни одной капельки не выдавило. Вот, я раз 15, наверное, нажимал, вот тут поливало из распылителя, вот он у нас распылитель, вот, и слава богу, ни одной капельки не выдавило. Значит, я, что, как говорится... Все равно я сейчас опять же одну снимаю штуку, одеваю сюда. Термоусадочки есть, и термоусадочку все-таки поставлю. Вот. Вот. Хотя можно, конечно, и изолент мотать, так, наверное, будет проще. Вдруг что-то разобрать понадобится. Вот. Ну, а по-хорошему еще вот здесь я сейчас вышу. Вот. И немножко помажу. Есть у меня такой волшебный... Не знаю, у меня все клеит. Где тут? Короче, космофен называется. Вот. Много чего помогает мне этот клей. Вот, потому что всего очень много нежного в мне. И вот, и все равно я здесь, как говорится, подмажу, соединю и, наверное, изолентой подмотаю. Да, вдруг что разбирать, чтобы вот это не мудохаться. У всех есть маленькие острые ножнички и так далее. Вот. В принципе, я думаю, будет все держать. По-хорошему,
Тут где-то витка на 3, на 4 сюда сила, на конус и сюда. Естественно, конус, вот это соединение, оно тьфу-тьфу-тьфу. Постучим по дереву, вроде бы держит. Ну не вроде бы, а держит. Ну 15 ни одной капли. Так что есть надежда, что этот лак будет работать и приживется. Ну вот теперь, если что, грубо говоря, дверку снять придется таким образом. Вот, то здесь вот можно рассоединить, потом обрезать и опять соединить. Вот так вот. Ну что, вот космофенчик наш примеризовался. Вот. Сейчас обворачиваю ленточкой и в путь. Ну, как говорится, как мог, мух. Ну, а вот, к сожалению, терсадка и вот эти вот выпендрежики, они, увы, не помогли. А вот такая вот конусная штучка, вот, выручила, помогла. Так что вот, вот так вот, надеюсь, победили мы вот этот вот казус. Мелочь, а из-за этой мелочи, день задержки получился. Ну как, собрать, чтобы вот лилось в машину, это ж не дело, правильно? Вот, так что вот так вот, мелочи жизни, вот, казалось бы, а, день с лишним потеряли. И опять же, вот этот переходничок тоже копеечный. Ну ладно, спасибо за внимание, всем удачи, пока-пока. Ну что ж, вот так я ее немножко отформовал здесь, чтобы она здесь как бы нормально, без перегибов. Вот, но опять же держалась сюда, в одно ушко. И здесь нигде ни перегибов, ни заломов, ни переломов нету. Надеюсь, она тут будет жить долго и счастливо. Ну вот, собственно, и все. Финиш. Теперь ставим обшивки, убираем и отдаем человеку, пусть катается.